все это случилось с нами под Горловкой. Город Дзержинск, район Майорский. Машина была у нас не на дороге, машина стояла в посадке, то есть напрямую видеть это надо было потрудиться или знать. У нас не было никаких опознавательных знаков на машине, что это волонтеры или украинский флаг, вообще ничего не было. Я полезла в рюкзачок за сигаретами, буквально только взяла сигареты, слышу какой-то вот звук. Ну то, что выстрелы вокруг, это мы уже как бы привыкли, ну как бы об машину. Я думала, показалось. Потом, как мы видели, это уже снайпер работал. Пошла к ребятам. Только подошли, шум ракеты, начали ребята кричать по укрытиям. То есть они нас уводили с зоны обстрела. Естественно, несколько раз запускались еще ракеты. Мы пока добежали до моста, падали в грязь плашмя и бежали. Это самое, раз 20 падали, как видите, еще не все оттерли. У нас в Украине такого на вооружении нету. Такое есть только на вооружении в России. Влетела эта ракета, влетела вот с той стенки. И как бы так, нам повезло, что была открыта дверь. Вылетела она отсюда, прихватив часть волонтерки. И взорвалась уже в лесопосадке дальше. Ну, это мы так с ребятами смеемся. Владыка Филарет передал ребятам в АТО свеченые Пасхи. И у нас в машине были свеченые Пасхи. Может, оно тоже это как бы спасло. Для Владыки Филарета ребята подписали флаг. Флаг тоже лежал в машине, есть фотография, когда именно этот флаг в осколках. Несмотря на то, что как нас не пытаются волонтеров запугать, мы не собираемся сдаваться. Значит, мы понимаем, что мы на правильном пути, и мы ребят наших не собираемся бросать. И будем до последнего с нашими ребятами. Это что осталось от нашей машины? Волонтерская. Влучили в машину волонтерів. Да. Вистріл був чітко зорієнтований в нашу автівку. Хоч поруч з нашим автомобілем і стояли недалеко від нас військові автомобілі, але постріл був цілоспрямований саме в нашу. Цей снаряд, він розрахований на важку техніку, яка броньована. А для неї ця автівка виявилася як масло. На одному пострілу вони не зупинилися. Після цього було ще декілька пострілів в нашому напрямку. Я особисто на власні очі бачив, як один з цих снарядів потрапив в посадку і від дерев, відскочивши, збивши верхівки дерев, полетів в сторону найближчого села.